В Бузулукском бару в Оренбургской области запечатлели хозяйственные хлопоты семьи барсуков. Видео со зверьками опубликовали в телеграм-канале российского заповедника. В объектив камеры попала пара барсуков. Сотрудники заповедника предположили, что самец и самочка заняты обустройством собственного жилища. При этом животные нашли новый дом недалеко от своих родителей. Они предпочитают поколениями селиться в одной и той же местности. К слову, в паузах между хозяйственными хлопотами у животных находится время и для разминки, и для вкусных перекусов. Умелый охотник, барсук, иногда добывает 50, 70 и больше лягушек, вкуснейших насекомых и потрясающих дождевых червей каждый день. Во время поисков еды он громко сопит и пыхтит, общаясь со своими сородичами. Томно урчит и при испуге может кричать и даже визжать.